Ежегодно в Японию из России приезжает до 90 тысяч туристов, которые активно интересуются ее культурой и традициями. А вы хотите свободно читать по-японски в оригинале? Многие боятся приступить к изучению японских иероглифов, думая, что это очень сложный и долгий путь, что их невозможно выучить, и что это требует очень много нервов, денег, времени и ресурсов. На самом деле, уже через 5 практических занятий вы сможете стать намного ближе к вашей цели. Пройдите мой курс, и вы узнаете, как запоминать иероглифы, как учить их более эффективно и получать от этого удовольствие. А также узнаете, какие распространенные ошибки бывают в изучении японского языка у начинающих и как их преодолеть. Меня зовут Дарья Мойнич, и я преподаю японский язык с 2012 года. Мои бесплатные курсы по японскому языку прошло более 50 тысяч человек, а платные программы прошло более 2500 учеников. Переходите по ссылке внизу под данным видео, регистрируйтесь на мой бесплатный курс по эффективному запоминанию иероглифов, и уже совсем скоро вы сможете читать по-японски в оригинале и лучше поймете культуру Японии через ее литературу.